Я сплю по 2 часа в сутки. Хочется выспаться. Иван Янковский и Диана Пожарская пока не имеют такого солидного опыта. Летом прошлого года они впервые стали родителями. Интересно, что пара очень долго скрывала свой роман. И даже за 3 месяца до родов актриса отрицала интересное положение. Я не беременна, мы просто друзья. Мне неприятно, что мою репутацию пытаются очернить. В сети говорят, причина в том, что их отношения начались, когда оба были несвободны. Актеры познакомились на съемках совместного фильма. Вскоре влюбленные расстались со своими вторыми половинками, но продолжали не афишировать свои отношения. Раскрыли секрет только после рождения сына. Мальчика назвали Олегом в честь знаменитого деда. Семья Ивана, как и моя семья для Ивана, оказалась как своя собственная. Недавно Иван и Диана признались, что, оказывается, уже давно женаты. Церемония прошла скромно, в узком семейном кругу. Любовь – такое сокровенное чувство, и я о ней даже не мечтала. Поэтому, когда я ее получила, хочется о ней не кричать. Молодые люди считают, что счастье – слишком хрупкая вещь, и впускать в свою личную жизнь посторонних – не самая лучшая затея.